Вчера у меня была новая посылка, но ее начали так разгадывать, что думаю, сейчас давайте сделаю вам распаковку, чтобы вы видели. Семь я миллион раз уже вам показывала. Вот такой нейровижн, который у меня пьет дочка. Его заказала тоже у меня. Вот он приехал. Видите, как они приезжают? Все, вот такие упаковки. Для чего это? Для питание клеточек вашего мозга, снабжение капиллярчиков кислородом. Когда у вас потихонечку начинают умирать капиллярчики в голове, да, у вас как раз начинает пропадать кратковременная память. Плюс он очень хорошо воздействует на зрение, восстанавливает его, инсульт не повосстанавливает. То есть вот это просто лучший комплекс, который у нас есть для зрения и памяти, да. Бомбический. Результат на нем невероятный. Даже деткам маленьким его дают, у которых задержка развития речи. Видите, это ребенок у меня уже такое количество выпил. Мы его пропиваем регулярно. Я ей как раз сейчас стопочку здоровья подготовлю. Вот это заказал свекор. Он экстренно теряет зрение. В непостоянной основе прям вот все. Ну, один глаз совсем плохо видит. Операцию делали. И сейчас он все-таки понял, что можно пить нейровижн. Мы ему ее отправим. ИПАМ 1000. Это неврологический ИПАМчик. Его там для успокоения капают. Если понервничал, купила ребеночку своему, если вдруг... Сейчас перед экзаменами у меня история будет. Дальше. ИПАМ 900. Его я капаю собаке в глаза. Он противовирусный, и собаке в глаза. У нее что-то там с глазиком, он периодически гноится. Лечение врачи назначали, не помогало. Вот этот снимает воспалительный процесс. Дальше я себе заказала кеформу. Вот тоже новин. Это новая упаковка с сублимированной клубникой. Боже мой, вы не представляете, какая вкуснота необыкновенная. У меня ребенок, который редко ужинает, знаете, вот этот малоежка, она как раз на нее подсела. Она вечером приходит, если не хочет что-то себе готовить, бахнула, выпила. Я себе иногда заменяю им ужин. Тоже бахнули, выпили. Муж заменяет ужин. А он, она вот вкуснейшая, поверьте мне. Это вот эта линейка в Сибирин самая вкусная. То есть мне все нравятся, но вот это прям торпеда, пушка, петарда. И ребятам я, кстати, на работе купили, то это, что-то у них закончилось, пошли в магазин, в обычный спортиковский, купили себе там протеин. Причем я вам хочу сказать, этот стоит 3, там стоил 4. И он говорит, слушай, Лид, ну мне что-то не очень понравилось у другой фирмы. Все-таки, говорит, тут есть сублимированная клубника, она мне нравится. Вот, имейте в виду, кому надо. Дальше, кто-то меня поругал. Лид, почему ты не показываешь пасты, они такие классные. У нас реально очень натурально, 98,5 натуральных веществ. А в пасте в Китае, кстати, разлетаются, как горячие пирожки. Хорошо. И в продолжение распаковки, что же у меня там было заказано еще? Корень. Блин, ребят, ну, я редко его показываю. Он вообще, знаете, как его знают, мне кажется, все. О нем можно даже не говорить. У него 53 чуть ли не показания. Укусила пчела, вот у меня, представляете, вот это был мух какая-то укусила, вот так раздулась, намазал. Покусали комары, чтобы не было зуда вот этого всего, намазал. Ожог в том году я положила, короче, вот так вот руку свою на бочку горячую, когда сжигала мусор на даче. И у меня бах, вот прям вот так вот, тук, кожа треснула. Я думаю, знаете, ожог, он же все время так дует, дует, тянет, жжет. Фу, вообще. Думаю, пойду корнем помажу, слышала, что он нормально. Намазала, хоп, прошло. Думаю, что такое вообще, как это работает? Через 2 часа опять чувствую, начинает жечь. Опять помазала. Не щиплет ранки, ничего, классно. Но нос забился у детей на даче. Я думаю, сейчас матери их сдавать, она меня грохнет. Скажет, ты чего вообще пьешь? И вот, турундочки взяла. Ну, берешь ватный диск, вот так его, ну, не буду вам показывать. Наливаешь на эти турундочки половинки, ну, я сначала их рву напополам. В нос ребенку хлоп, все, соплей нет. Красота, красота. А что еще? Комары покусали, начинает вот это чесаться. Знаете, особенно вот сладенькие. Те, кто сладенькие, вот это я. Они тут накусали, сидишь всю ночь, вот так намазал, все, спишь спокойно. То есть от укусов, ну, раз спасает. Че? А, ангину я им полоскала. Ангину им полоскала, кто-то даже отит закапывал в ухо, никак, вот сама не пробовала, понимаете, да? То есть без него никак, у нас дети все, ушибы все, шишки, синяки, порезы, укусы, просто хоп, намазал все. И барага и амарант. У меня муж
аллергик. Сейчас он проходит, вот собираю на дачу с собой, тригель, антипаразитарную программу. Наконец-то он созрел, ну, заманала его аллергия. Он говорит, бэ-бэ! Фу, так ходит целый день, кашляет пока ванной. Не слышит, я ему все принесла. И вот в периоды обострения ему очень нравится барага и амарант. Он снимает вот эти удушающие кашель. Легче становится. Для суставчиков он тоже хорошо снимает воспалительный процесс. Короче, вот эта история. Все, что я заказала. Что в итоге у меня получилось? В заказе у меня получился нейровижн, корень, два ипамчика, две пасты. Одна была с лавандой. Я ее уже отнесла. Не буду ничего, открытую пасту показывать. Лавандовскую. Ну, прям, кто любит лаванду, это я, это вам подойдет. Барага и амарант. Видите? И купила себе вот такой крутейший бомбический коктейль, который вы никогда не видите в моих видео, но он у меня все время заканчивается. Я не знаю, четвертая или пятая уже пачка. Мои лупят его по полной программе. Так, все. Распаковочка с вами поделилась.